Всем привет, с вами мистер Ебаклак, и сегодня я дам вам повод написать мне, что я скатился. Сразу после лучшего ролика на канале идет худший ролик на моем канале. Кстати, всем советую пойти посмотреть ГВК Вилли, да, новая часть, типа мы выпустили. В общем, сегодня мы будем делать обзор на слайм, но не обычный слайм, а я сегодня буду использовать, короче, делать слайм так, как не делал его еще никто. Блять, надо было, наверное, до съемок открыть, но ничего, сейчас при вас открою, блин, да. Короче, смотрите, делаем так. Обычно его надо вот разбавить с водой, да, вот здесь написано добавить H2O. Но мы будем использовать сегодня не обычное H2O, а... Ну, возьму поменьше немножечко. Вот столько, думаю, не жалко. Ну, еще поменьше. Посмотрим. Не обычное H2O, а мочу Сани, блядь. Самого Сани, летсплейщика по Майнкрафту, как вы видите. Наездника динозавров и убийцу. Вот он, его последняя жертва. Так, собственно. Во. Давайте, пацаны, 10 лайков, и я сделаю обзор на говно. 20 лайков, и я сделаю обзор на Саню. Саня, блядь, смотрим, что будет. Тебе говорили, нихуя себе, вот это красота, ебать. АК-47. Охуеть. Пацаны, впервые делаю я, блядь. Зеленый слайм, до этого я делал желтый. Он был похож на говно какое-то, блядь. Собственно. Пацаны, 30 лайков, и мы сделаем ролик, что будет, если совместить слайм с говном. Обзор на говно, да, скоро будет. Собственно, давайте еще немножечко воды добавим. На всякий случай, Саня, я надеюсь, тебе не жалко будет. Сука, блядь. Чтобы, сука, на все хватило. Даже моя кошка охуела, пришла посмотреть. Привет, поздоровайся. Ну и не надо, блядь, я вас понимаю. Сейчас, пацаны. Это говно мы вот так. Мне кажется, что я слишком много воды сюда налил. Получается какое-то дерьмо, пацаны, в принципе. Какая-то залупа получается. Серьезно, какая-то хрень. Давайте еще одну пачку сюда положим. Секунду. Я даже вырезать не буду. Вот. Я поставлю сюда фотографию Майкла Джексона. О, добавляем еще слаймы и смотрим, что будет. Вот, давайте, пацаны. Вот такой контент. Контент, который вы заслуживаете. Потому что иного контента, блять, вы не заслуживаете, судя по просмотрам снеговика Вилли нового. Блин, пацаны, прикольный слайм. Да, потрогайте. Какая-то хуйня. Не, на самом деле, вот два пакетика высыпать, это была гениальная идея. Такая же гениальная идея, блять. Снять этот ролик. Охуенный. Собственно, я решил разбавить говно с говном, так сказать. Я сейчас говорю не про слайм, а про контент на этом канале. Кстати, да, переходите вот по ссылке на канале. Смотрите новую часть снеговика Вилли. Получилась какая-то залупа, блядь. Что это такое? Блядь, мне еще руки от этого отмывать. Вы спрашиваете, ты че, еблан? Зачем тебе, блядь, это? Зачем тебе это, блядь, залупа? Зачем тебе, сука, этот ебучий слайм, блядь? Говно это, блядь. Сука, руки потом отмывать, еще не дай бог, запачкаю что-то этим говном. Я отмечу, что я делаю максимально детский контент, безобидный. Блядь, я охуею, что это дерьмо соберет больше просмотров, чем, сука, снеговик или я выпилюсь нахуй. Прикольно. Прикольное дерьмо. И можно поиграть. Но вы думаете, что вот этот вот контент, который я тут делаю, да, вот слайм этот охуенный, просто великолепный, да, замечательный, дерьмо, блядь. Это все, что я могу, это все, на что я способен? Нет, Саня, скажи, Саня.
Давайте, пацаны, 50 лайков, и я высыпаю такой пакетик Сане в аквариум. Смотрим, что будет. Ладно, я так не сделаю. Я думаю, что первый этап нашего, дерьмового эксперимента мы закончили. Сейчас перейдем ко второму. Охуеете. Слышишь, Флипай. И пока. Вот мы, собственно, и перешли ко второй части нашего научного социального эксперимента. Как вы видите, руку я отмыл, охуеете, как сложно это было отмыть. Я думаю, вы даже не догадываетесь, в каком типа, где я собираюсь. Короче, сейчас мы посмотрим, что будет, если высыпать вот этот слайм, фокус делает, слайм. Чистейший. Видите, здесь говно такое, настолько чистейший. Оазис. Что будет? Так. Вау! О, вот это да! Я даже не ожидал! Я даже не думал, что будет такое. Так. Вы думаете, что это все, на что я способен? Ага, я второй пакетик взял. Так. Ого, вот это да! Так, я даже и не догадывался, что будет вот такое вот, говно. Так, давайте помешаем. Давайте размешаем наш слайм. Ну что у нас получилось? Получилась какая-то хуйня. Но ничего страшного, Да. О, кстати, наш слайм готов. Я хотел сказать. Видите, какой хороший. Работает, да. Вот такой вот контент мы делаем. Да. Камера вся в говне каком-то. Сейчас я протру. Фокусируйся. Ну ладно. Неважно. Пацаны, это реально интересная игра. Очень интересный контент. Всем советую, парни. Так. 10 из 10! Так. Вот у нас теперь есть замечательный слайм, с которым можно играть. Можно из него сделать, наверное. Так, давайте поглубже зайдем. Посмотрим. Да, отличный слайм вышел, как вы видите. Господи, 10 из 10. Господи, 10 из 10, вне сомнений. Ну как лучше, вы понимаете, лучшая игра. Я даже не знал, что выйдет вот это. Какой графон! Он будет коричневым. А он, оказывается, вот что будет, если засунуть порошок от слайма, высыпать в унитаз. А я думал, что будет что-то другое. Я даже не догадывался, что будет абсолютно дерьмовый слайм, с которого вообще ни хера не сделаешь. На Малафью какую-то похож, зеленую Шрека, Короче, 10 из 10. На этом хотел сказать, мы наш эксперимент, пацаны, заканчиваем. Вот я вам могу показать свой палец. Я его задианоню. Кошка там охуела с того, что мой хозяин долбоёб. И давайте посмотрим, что будет, если этот слайм спустить в унитаз. Давайте же посмотрим. Я даже не догадываюсь, что же будет. Вот это да! А я ожидал совсем другого. Я даже не догадывался, что если... Я даже не догадывался, что если засунуть слайм в унитаз и нажать на кнопку смыва, он смоется. Воу, ребята, давайте соберем 10 тысяч лайков, и я выпущу новое видео, где я засуну целых 3 слайма в унитаз, Это вам нахуй контент за то, что вы не посмотрели, Привет, Катя, нахуй. Сука, такое говно. Серьезно, Пацаны, если этот видос реально соберет больше, чем Снеговик Вилли, я, каждого по IP вычислю, сука, лодку перерезу. Ой, извиняюсь, это была шутка, если вы не понимаете, да? Ха-ха-ха, у нас детский контент, охуеть. Ебать, альтрак,
сука, теперь все это гомно убирать. А на этом замечательном моменте я с вами, ребята, прощаюсь. Да, всем спасибо за просмотр. И пока.